Радиоактивные изотопы могут применяться не только как источники проникающего излучения, но и в качестве меченных атомов. Меткой служит здесь излучение, которое дает возможность следить за всеми перемещениями изотопа и обнаруживать его, где бы он ни оказался. Объясним это на таком примере. Для правильного ведения рыбного хозяйства научные работники метят рыб. Метки дают возможность следить за сезонными передвижениями рыб и устанавливать места их нереста. А как пометить вот таких малюток? Обычные метки для них и не годятся. Здесь с успехом можно применить радиоактивные изотопы. В воду, где находятся рыбы, подмешивают небольшое количество радиоактивного фосфора. Часа через два его можно обнаружить в костях, в плавниках и в чешуе рыб. Если выпустить их в море, рыбы будут нормально жить и развиваться. Доза радиоактивного фосфора, содержащаяся в организмах рыб, настолько мала, что не может принести вреда ни самим рыбам, ни человеку, но ее всегда можно обнаружить. Для этого достаточно пойманных рыб проверить на выбор в лаборатории. Чувствительные приборы улавливают малейшие дозы радиоактивности. Это позволяет опознать меченных рыб и получить данные об их передвижениях.